Четвертым управлением ГУР МВД выявлены факты коррупционных преступлений, в которых замешаны должностные лица органов местного самоуправления. Как сообщили в МВД, по установленным данным, постановлением Аламудунского районного совета народных депутатов от 16 мая 1991 года отделу охраны управления внутренних дел Чуйской области под зону отдыха со спортивным городком был выделен земельный участок на территории района общей площадью более 5,5 гектаров. Но это решение из-за коррупционных проволочек так и осталось на бумаге. По предварительным данным, бывший исполняющий обязанности главы Лебединовского Айлы Кмыто и другие должностные лица вступили в сговор и, злоупотребляя своим полномочием, большую часть этого земельного участка площадью более 4 гектаров, в том числе пастбище и пруд, незаконно продали частным лицам. Установлено, что в ноябре 2006 года указанный земельный участок был продан за 95 тысяч сомов. По данным 4-го управления ГУР МВД, в результате указанных незаконных деяний государственным интересам был нанесен существенный вред. Следственной службой МВД возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия.